Привет, ребята! Вас приветствует Тюнинг КамАЗ. Я очень рад, что вы меня все слушаете. Особенно последнее видео, которое я выложил, где именно я вам гоню свой блед, береберду того, еще чего нету. Но я думаю, с помощью вас и вашей поддержки это все будет. Так что меня радует. Радует просто то, что много просмотров. Вот два месяца видео выложил свое, где там в КамАЗике сидишь, рассказываешь вам, что надо, а что не надо сделать. А просмотры-то идут, комментарии даже некоторые ребята пишут. Почему пишут? Потому что кого-то что-то не устраивает, кому-то что-то нравится. Но реально оно все происходит просто потому, что все мы хотим иметь при себе классный автомобиль, а еще если он груженный и советский, и сделанный незабываемо, выразительно, впечатлительно, идеально. Спасибо вам всем. Я очень рад просмотры, особенно когда смотрю, что прошлое видео. Надеюсь, в этом видео тоже будут такие просмотры. Ну, если у кого нет никакой возможности, вот, допустим, мне хоть каким-то образом помочь или поучаствовать в этом всем процессе, можете вот где-то вот здесь вот будет рекламка. Открывайте ее, откроется новая ссылка, потом ее закроете. Но когда вы эту рекламку откроете, мне будет плюс, мне будет стремление и как бы цена, более стабильное финансовое положение в том, что благодаря этому видео и тому, что я буду вам вылаживать все остальное, мы будем вместе наблюдать этот проект, эту периодичность движений, как оно все должно быть, организовываться, приезжать, съезжаться, смотреть, высказывать свое мнение. Будем на всех реагировать. Ну, тюнинг КамАЗ надо сделать, потому что такого еще нету. Если кто-то готов стать первым участником проекта тюнинг КамАЗ, знаете, как пример, интернет. Когда-то интернета не было, теперь интернет всех есть. Почему всех есть? Потому что когда-то это стало одно, и всем этого захотелось, потому что раньше его не было. Так же самое возьмем тюнинг КамАЗ. Кто видел хоть одного тюнингованного классного КамАЗа, как в Америке? Да никто из вас не видел, потому что я уже облазил все просторы интернета, ни одной там фотографии КамАЗа, любого КамАЗа, нету такого, который я хочу сделать. Если вы готовы стать этим механизмом, участниками этого всего движения, как бы, как сказать, маленькими кирпичиками реализации идеи, которые еще нету в нашем пространстве, в советском, украинском, русском, киевском, будем все видео снимать, будет немного получше все, будет редактироваться, потому что сейчас я не могу редактировать, у меня как бы времени на это нету. Я снимать иногда бывает такие вещи какие-то сделаю и завтыкал снять и думаю, блин, вот эта вещь готовая, а показать уже ее не покажу. Так что такие вот. Тюнинг КамАЗ — это наше движение. Если кто-то готов стать участником такого проекта грандиозного, украинского или всеинтернетовского, даже взять YouTube, Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, везде есть группы, просто не все они открыты пока, они не подготовлены. Так что если кто-то желает как-то посоветовать, как быстрее сделать, как быстрее репостить наши страницы, сайты, прошу,
умоляю, консультируйте меня. Я в этом, честно говоря, много дела не знаю, в этом раскрутке, редактировании, там, правильной позиции, свет, там, еще что-то. Я знаю, что я хочу сделать с КамАЗа, а все остальное я вам буду показывать, что я делаю. А вы только ставьте лайки. А вообще можно даже лайки не ставить. Просто нажимайте хоть один разочек на рекламу. Вы, чтобы посмотреть видео, вы один раз уже один щелчок делаете. Даже два, пока вы зайдете на, именно на эту ссылку, на это видео. Нажмете паузу, просмотрите, выйдете. Вы столько щелчков мышкой сделаете. Ну сделайте хотя бы по одному щелчку на видео под... На моем канале, на рекламку, на щелчки рекламки, на рекламке. На моем видео снизу рекламка должна высвечиваться. Или на весь экран, когда экран, реклама высвечивается. Нажимайте туда на нее, пускай открывается новая ссылка, закройте, это не проблема. Там какого-то сайта, который себя рекламирует. Это... Ну, мне приятно будет. Мне приятно, потому что я знаю, что люди меня будут поддерживать. Кто-то что-то... чем-то спасибо. Сможет помочь или я кому-то давайте помочь, начнем. Посоветовать, вот, подсказать, прокорректировать. А вот синий шарик. Кстати, я недавно с розовый. Дай Боже памяти, да. Сейчас я посмотрю. А вот красный. Сейчас я все. Артур Добровольский. Недавно созвонился с Артуром Добровольским, который у меня на странице ВКонтакте выложил свой номер телефона и предложил мне свою помощь. Ну, как бы помощь я с него не хочу никакой. Я говорю, просто, если ты меня понимаешь, что я хочу делать, поддерживай, пиши что-то, комментируй, редактируй, распространяй, знакомым, друзьям раздавай. Так что, ребята, я извиняюсь, такое быстрое видео, но просто чаек решил попить, пока планшет в руках. Может, я не смотрю кадр, но мне так просто удобнее. Я смотрю, куда я смотрю. Смотрю на улицу. И где у меня где-то там, затем между башней тополя, две тополи и левее, там стоит наш пациент. КамАЗик, который будет тюнингован. Так что, ребята, не отставайте. Вы пока слушали меня, вот эту всю, мои разговоры, мечты, там, что я хочу сделать, что я от вас ожидаю и что я, зачем, вообще зачем это мне надо? Да я вам скажу, зачем мне это надо. Я хочу трансформера. Грузовичок. Давайте скажем ему до свидания. Не своего, нашего. Давайте еще раз посмотрим, какую красивую елку мы нарядили. Навести каждую детальку до, до цинуса и до сути. Опять про рекламку вспомнил. Уже смотрю 9 минут с видео, а я только 2 раза говорил вам про рекламу. Нажимайте, ребята, на каждый раз, когда смотрите видео, нажимайте рекламу. Нажимайте рекламу. Реклама — это прикольная штука. Можете вылаживать свои каналы, чем вы любите заниматься. Конструктор. Можете влазить свое видео, может, вы там чем-то плюетесь классно, там кто-то скаты баркирует быстро, кто-то вообще за одну минуту может 20 чашек кофе сделать, я не знаю. Ну, вылаживайте, предлагайте мне, ссылки бросайте, я все сообщения, комментарии читаю, отвечаю, в принципе, пока на все, потому что успеваю. Но если не буду спевать, то знайте, что я все равно их читаю, и я на них буду реагировать. То есть не в негативном, как бы, положении, а в позитивном. Если кто-то сказал, написал там какую-то хрень,
Ну, пускай пишет, я скажу, блин, да, была такая ситуация. Думаю, больше не повторится. Что вам еще сказать? Короче, папа, ребята, Тюнинг КамАЗ ждет вас. Все становимся участниками проекта Тюнинг КамАЗ, реализовываем этот проект в нашем мире. Собираемся все потом вместе в определенный день, в определенную дату, в определенной точке. И все, кто реально принял в этом участие, я даю гарантию, вы на этом КамАЗике проедете. Кружок какой-то, куда-то, откуда-то, но вы проедете за рулем. Хоть у вас будут права, не будут, но вы будете на нем кататься. Кто реально чем-то смог поспособствовать быстрейшему движению этому. Так что, ребятишки, спасибо. С вами Гафет. Давай я схвачу тебя за крюк. Гафет пускай будет. Всю жизнь был Гафетом и буду Гафетом. Кто знает, пишите комментарии. Что, да, я тебя знаю, Гафет, я знаю, как тебя зовут, или это еще какие-то проблемы. Не проблемы, а движение. Спасибо, Полит. Кажется, теперь все нормально. Вообще-то, ой, я Гафет. Организатор группы Тюнинг КамАЗ в Украине. И надеюсь, если вы мне поможете, наша группа и клуб, и движение станет не только на Украине, но и по Европе. Потому что мы должны быть первым в некоторой сфере. Так что, если желаете, присоединяйтесь, приезжайте, помогайте. Фронт работы буду попозже вылаживать, какой я буду делать, а планы как бы маленькие. Так что, все, папа, ставим лайки, не забываем подписываться. Помним, что Тюнинг КамАЗ, он всегда будет Тюнингом КамАЗа. Но если КамАЗ сделать идеальным и сделать так, как... маленьких серых мышек. Говорят, что у них... Говорит моя голова, и в этой голове находится нереальный объект в виде автомобиля КамАЗ-5511. С помощью моих слов, вашей поддержки, я думаю, мы реализуем этот проект. Мы увидим все то, что мы вложили в свое время, потратили свои усилия, клики, лайки, советы. Чай хочет дитина. На, дитина, чай. Очень любит гулять. А? А? Что, гулять? Так что, это Никита. Конечно, опа, планшет падает. Это Никита. Мой царек младший. Гонит себе. Тюнинг КамАЗ будем рубить, Никита? Никита. Тюнинг КамАЗ будем рубить? Давай пять. Давай еще опять. Все, давай. Пока, пока, махать. Скажи пока, пока. Воздушный давай. Посердейся. Вот так. Все, теперь такого пять давай. Все, до свидания. Ребята с Тюнинга КамАЗа. Первые участники Тюнинга КамАЗ. Я и малыш мой. Никитуся и Андрюша старший, который даже предлагает мне: папа, я хочу сделать на кабине аэрографию. Пламя. Пламя хочет сделать сын. Я говорю, сделаю. Приходит в гараж ко мне, кабина лежит сбоку. Ну, вторая, которую я буду ставить со спальником. Он подходит к ней: папа, это моя кабина? Я говорю, да. И я хочу здесь компьютер, DVD, игру, блин. И хочу пламенем обрисовать кабину. Я говорю, сына, сделаем, как-то сделаем. Как-то сделаем. Время-то идет. Смотрю на себя, вот снимаю вот это видео.
смотри, знаешь, что в душе пацанчику лет 16-15, потому что дурь в голове, фантазии, реальность только вокруг нас, вот это что летает. Так что, ребята, тюнинг КамАЗ — это классная штука. Если кто-то желает, кто-то присоединился вот на этом просмотре видео. Чего кричишь? Присоединяемся, лайки, подписываем, реклама. Репостим, видео репостим, все репостим, страницы, комментарии пишем везде. Скарги, пропозиции, как на украинской мове. Так что, тюнинг КамАЗ у нас будет. Будет по-любому. Клубные карточки наделаем, пока образцы так набрасываю. Клубные карты. Магнитики. Это так я дома сделал, чтобы саму не забывать, что я уже 3 года таким движением загорелся, горю. Не только мне, надо, чтобы меня кто-то подталкивал, потому что сам я себе могу приказать, могу. Это же приказ не сделать. Ну, сделать только попозже, а когда меня уже кто-то, на кого-то какие-то надежды, или у кого-то какие-то надежды на меня, кто-то хочет увидеть это быстрее, кто-то попозже. Конец этого, даже не конец, а реализацию. А дальше там этапов много, просто надо закончить первый этап. Надо закончить первый этап, и все, мы сделаем. Что-то я много видео снял. Ладно, пока, ребята. Терпения, может, некоторых не хватит досмотреть до конца. Но все-таки захотелось сегодня высказаться. Такая ситуация. Все, тюнинг КамАЗ вас приветствует. Реклама. Реклама. Ссылочки. Лайки. Но самое главное — реклама. Нажимайте, пускай страница открывается. Закрыли, и все. А мне приятно. И вам дешевле. И мне быстрее. Баба. Так что будем дальнейшие планы вылаживать пока в словесной форме и мини-видео, там репортажики. А если кто-то решит присоединиться к этому всему движению, пожалуйста. Сейчас налью. Пожалуйста, присоединяйтесь. Буду рад всем. Буду отвечать всем, кому смогу. Можете мне грубить, можете мне что-то говорить, плохие слова писать. Спасибо, ребята. Пишите. Я рад каждому слову, которое сказано в мою сторону. Я бы, допустим, назвал бы кого-то из вас. Но я вас никого не знаю, потому что вы не пишете мне то, что... Залезла прямо на верхушку. Тюнинг КамАЗ процветает. Процветает. И будет процветать. Так что дело в шляпе. Надо стартовать. Каждый раз делать что-то новое. Снимать. Ждем с ребята. Я уже 20 минут просто разговариваю с планшетом, и малый ходит по комнате и думает, что это батя у него сегодня такой заведенный. Это заведенный, потому что этот садик не ходит, Никитуся мой. Я уже 4 дня или 5 дома сижу, как на привязи. Я не могу ни в гараж пойти, ни сделать ничего. Я только здесь с ним сижу, выйду, погуляю, покормил, спать уложил. И весело нам. Зато я, в принципе, это хорошо. Я все свое детство своего сына я проведу с ним. Так что я ему брошу нужную семена развития. И тюнинг КамАЗ будет с ним присутствовать. И вот он, младшой.
Давай пять. Yeah.